Всем еще раз огромный привет! Я сегодня решила поделиться с вами, как обычно мариную шашлык из куриного филе. И мы очень часто делаем его именно вот по такому способу. Мне нравится тем, что он получается всегда сочный, получается вкусный и нежирный. Промытое куриное филе я нарезаю на кусочки приблизительно одинакового размера. Главное, сильно не мельчите, для того, чтобы потом он не был сухим. Затем я добавляю соль по вкусу, несколько чайных ложек французской горчицы. И из приправ мне нравится для куриного шашлыка использовать карри, и также я всегда добавляю кумин. Это вот такие вот приправы, которые мне нравятся именно в курином шашлыке. Кумин я немного измельчаю в ступке для того, чтобы он лучше отдавал свой аромат. Добавляю его к мясу и заливаю кефиром. Кефир мне нравится использовать в данном рецепте более жирный. Я обычный кефир добавляю на глаз, так чтобы мясо не плавало в нем, а было пропитано кефиром со всех сторон. Затем я натираю на терку несколько зубчиков чеснока и тщательно все перемешиваю. Накрываю крышкой и отправляю в холодильник. Обычно я мясо мариную утром, ну и соответственно вечером мы его уже жарим. Оставшийся после мяса маринад я развожу немного холодной водой и потом уже в процессе жарки поливаем им шашлык. Вот такой красивый и ароматный шашлык в итоге у нас получился. Попробуйте приготовить. Я надеюсь, вам понравится. И желаю приятного аппетита всем, кто будет кушать.